Ребята, всем привет! Решил сделать воздухозапорник у двигатель сантиметров на 20 выше. В YouTube, в принципе, такие видосы есть, но хочу сам сделать. Смотрите. Я уже разобрал. Это убираем. Эту трубу отсоединил. Эту вытащил. Вот так она выглядит, чтобы вы знали. Смотрите. Воздух засасывается вот отсюда. В двигатель. То есть машина, когда погружается в воду, то вон, посмотрите, как там все выглядит примерно. Через эту трубу поступает воздух в двигатель. Чтобы нам сделать повыше воздухозаборник, что мы с вами сделаем? Смотрите, все очень просто. Вот эта корыта я снял. Вот такой продается переходник. В сантехническом магазине 50 на 70, по-моему, он сделан специально, ребята, для АвтоВАЗа. Смотрите, встает сюда идеально, просто идеально, ребята. Видите, встал идеально. Ну, потом герметиком намажем, но смысл такой. То есть это вот так будет выглядеть. Берем 50-й уголок, сюда вставляем 50-й уголок и выводим трубу вот сюда. И здесь будет труба. Я сейчас пластиковую трубу напилю, герметиком все намажу. Ну и когда начну собирать, вам все покажу. Так, друзья, смотрите. Герметиком силиконовым намазал переходник, манжет называется, намазал. Ну и сейчас мы его вставим. Все, вот он встал идеально. Немножко подсохнет, потом сюда поставлю 50-й уголок и будем городить нашу систему, ребята. Здесь, смотрите, не торчит, все заподлицо, все как будто для этого и предназначено у нас. Следующий этап, чтобы туда засунуть на плотника, можно силикон, у меня вот для уплотнения резьбы, но она типа такая жиденькая, нормально зайдет. Подручными средствами, ребята. Все делаем подручными средствами. Резиночку смажем, чтобы полегче все это у нас зашло. Оп, оп. Все. Вот так будет стоять уклон. Потом сюда ставим. И вдоль домкрата у нас пойдет. Здесь тоже все. Вон, идеально встало. И все, пошлите дальше. Все, стоит теперь на месте. Как это выглядит, смотрите. Вот видите, отсюда отпилил, вот так вставим, и здесь закончится. То есть мы примерно с вами увеличим сантиметров на 25-30, наверное, увеличим высоту забора воздуха в двигатель. Так, вот эту вот я снял систему, через что у нас засасывал воздух. Вот сюда он смотрит, вот видите, сюда он упирался. Насколько будет ниже, здесь и вот здесь, то есть вот примерно вот на это расстояние мы поднимем с вами. Ну, пойдем дальше. Здесь такая вот крышечка ставится на это место. Вот, если честно сказать, без подготовки, без какой-либо подготовки, я потратил времени, я не знаю, минут 30, наверное. Сейчас закрутим.
Вот, прикрутил, ставим фильтр. Вот стрелочка, видите, показывает стрелочка. Ребра как, то есть вот так, не вот так, а вот так. Нарисовано здесь. Поставили. Это фиксируем. Все, это одеваем. Ну и смотрите, хитрость какая. Что-то я думал сетик делать. Есть такая штука. Вот, она туда вставляется. Ну, там резинку можно поставить. Выставить угол, как нам надо. И смысл системы вот такой. Можно его закрепить. Но я буду делать из 50-й трубы жесткой. Но смысл вот такой вот. И я думаю, будет нормально. Увеличим высоту. Все это я закреплю. Но смысл вам понятен. Как это сделать? Очень просто. Видео короткое. Понравилось? Ставь палец. Подписывайся обязательно на канал. Улучшаем наши невасы. Все, ребята, для вас. Чтобы наши невасы были самые, как говорится, первые в мире. К моей работе. Все собрал, все готово. Смотрим. Закрутили. Уголок. Здесь хотел такой же трубой, но не стал. Нашел трубу. Вставил через резинку все. И вот такая труба выходит. Ну и тут у меня переходник 40 на 50. То есть воздух-заборник у нас получается вот здесь. Туда и вода не попадает. Вот он будет. Закрепил хомутами. Вот, смотрите. Ничего не болтается, все жестко. Все отлично. Сейчас заведем, ну и посмотрим, как это все работает. Автомобиль завел. Смотрите. Все работает четко. Смотрите. Слышите, что воздуха не хватает. Все герметично. Так что с вас лайкос, делайте такую систему просто за час подручные средствами. Все изумительно. Даже если глубокий брод, кусок трубы с собой возите, одел и поехал. И не надо делать снорки или какие-то там дополнительные. Вот, туда завел. Все, все отлично. Все, теперь точно, пока. Зрители, давайте честно. Мы вам делаем видео, вы подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока.